Merhabalar, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu video biraz farklı bir video. Aslında videoyu Alexey ile beraber çektik ama giriş konuşması silinmiş, bilgisayarda silinmiş. Nasıl sildim ben de bilmiyorum. 2019 yılında gezmiştik. Videonun devamında Alexey'i de göreceksiniz. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz bu silindir şeklindeki yer Sovyetler kurulmadan önce imparatorluk zamanında 1900'lerin başlarında şehirdeki gaz deposu olarak kullanılıyormuş. Şu bina. Sonrasında bu bina atıl olarak duruyormuş. Bundan yaklaşık 5-6 yıl önce Yota firması var. Teknoloji firması. Hatta bir zamanlar Yota diye bir telefon da vardı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bunun biraz PR çalışmasını da yapmıştı. Her yerde o Yota telefonu gösteriyordu. Sonrasında Android piyasasında o telefon tutunamadı ve artık satışı yok. Ama Yota Rusya'da internet sağlayıcı olarak hizmet veriyor. Başka sektörlerde de hizmet veren bir şirket. Yota bu binayı satın alıyor. Ve buraya çok farklı bir konsept düzenliyor. İçeriği restore ettikten sonra oval silindir şeklinde bir tavanı var. O tavana dünyadaki en büyük böyle şey yapıyorlar. Projeksiyonlarla bir film hazırlıyorlar ve o filmi gösteriyorlar. Şu anda da insanlar gördüğünüz gibi onu izlemeye gidiyorlar. Otobüslerle geliyorlar. Biz de o filmi izledik. Şimdi videonun ilerleyen bölümlerinde 30-40 dakika boyunca o gösteriyi izleyeceksiniz. Videonun konusu şehrin tarihi, Sovyetlerin uzay yolculuğu gibi meraklısının çok hoşuna gidecek bir konsepte. Görüntü kalitesi biraz düşük olabilir çünkü içeride ışıklar karanlık olduğu için kamerayla ne kadar da dikkat etseniz biraz görüntü kalitesi düşüyor ama merak Dısı için güzel bir video. Sonrasında da Alexey ile beraber içeride bir sergi var. O sergiyi gezerkenki görüntülerimizi göreceksiniz. Aslında 2 sene önce gezmiş olduğum yerin videosunun giriş konuşmasını yapmak için kardı soğuktu. -15 derecede buraya geldim. Giriş konuşmasını yaptım. O zaman video başlasın. Огромное кирпичное сооружение для хранения газа – это сложное инженерное сооружение, но самое обыкновенное чудо на улицах Санкт-Петербурга. В начале 20 века Петербург становится самым крупным городом в России. В это же время приступают к первым опытам по освещению улиц электричеством. Бурный рост электроэнергетики вытеснил с улиц газовое освещение, и казалось, что жизнь газгольдеров остановилась навсегда. В 1907 году запустилось регулярное движение электрического трамвая по улицам города. Тогда поезд времени нес нашу историю по рельсам судьбы и через туннели испытаний. Но Петербург продолжал наполняться светом в каждом своем окне, и ничто не могло погасить его ясного будущего. Т-34. Одновременно с восстановлением духа страны и архитектурных памятников происходила реанимация культуры. И для Газгольдера
открылась совершенно новая жизнь. Как раньше это здание служило для освещения улиц города, сейчас оно несет свет науки для всех жителей этой планеты. Посетители планетария имеют уникальную возможность наблюдать за тысячами звезд и другими космическими явлениями на самом большом проекционном куполе. Сегодня Газгольдер стал машиной времени, на которой можно отправиться в самые загадочные места истории, частью которой является каждый из нас. Известное, конечно, непознанное, безгранично. На протяжении многих веков человечество пыталось описать начало Земли. Но природа не спешит расставаться со своими тайнами. Мы ищем ответы на вопросы о происхождении нашего земного мира, вглядываясь в ночное небо, созерцание космической бездны повисает. Мы сознаем, что прикасаемся к величайшей из тайн. Океан истины лежит перед нами совершенно неисследованный. И чем больше люди узнавали, тем больше загадок открывалось перед ними. Где и когда родилась Земля? При каких обстоятельствах она появилась на свет? У современных ученых есть ответы на эти сокровенные вопросы. За точку отсчета исследователи принимают большой взрыв, произошедший около 14 миллиардов лет назад. В ней идут процессы образования материи, физических сил и химических элементов в их современной форме. К интересующему нас моменту этот процесс мироздания шел почти 9 миллиардов лет. Тогда в одном из уголков Вселенной на окраине галактики Млечный Путь стали происходить яркие события. Здесь готовилось место для рождения нашей планеты. В спиралевидном рукаве в облаке межзвездного газа и ледяной пыли взорвались две сверхновых звезды. Импульс этих взрывов встряхнул гигантское газопылевое облако и запустил процесс формирования новой звездной системы. Здесь в потоке энергии, элементов и звездных веществ образовалось Солнце и целая свита его планет. В удаленных областях из водорода и гелия формировались газовые гиганты, а из твердых элементов – кремния, магния, железа и никеля – строились планеты, ближайшие к Солнцу. Около 4,5 миллиардов лет назад возникла Земля. Вскоре после формирования юная Земля столкнулась с протопланетой Тея. Удар пришелся по касательной, в результате чего из обломков и пыли зародилась Луна. Аймо.
бездна звезд полна, звездам числа нет, песни дна. На протяжении многих веков человечество пыталось описать свое место во времени и пространстве. В древнейших обсерваториях первые астрономы фиксировали видимые движения Солнца и Луны, смену дня и ночи, смену времен года, наблюдали затмения, падение метеоритов, появление комет, составляли первую азбуку звездного неба. Представления о небесах и о самой Земле неоднократно менялись. Исследования первых ученых сталкивались с самыми фантастическими суждениями о мироздании. Наука и религия постигали Вселенную по-разному. Однако уже в те далекие времена были выдвинуты смелые предположения об устройстве мира. Многие из них нашли подтверждение лишь целые столетия спустя. В средние века ученые исследовали светила, относящиеся к Солнечной системе. Объекты, находящиеся вне ее пределов, были недоступны для наблюдений. Изучение даже самых ближайших космических тел требовало разработки специальных инструментов, побуждая астрономов тесно взаимодействовать с инженерными науками и производителями технических приборов. Сеть наблюдений за космическим пространством расширялась. Правила и законы поведения небесных тел, детали их расположения, строения, движения и свойств выявляли ученые разных стран. Так, шаг за шагом, человечество двигалось к звездам, но оставалось при этом Земле. Казалось бы, без надежды преодолеть ее притяжение. Но нашелся человек, объявивший новую стратегию движения вперед. Наша планета есть корабль разума, но нельзя лично жить в корабле. Теоретики новой науки, космонавтики, довольно быстро дали старт практическим расчетам и испытаниям. Разработка ракетной техники и открытие физических законов, действующих за пределами Земли, приближало новую космическую эру. Счет пошел не на века, на годы. Наш соотечественник Юрий Кондратюк вывел основное уравнение движения ракеты. Первым использовал эти знания на практике немецкий конструктор Вернер фон Браун. Первый шаг в отечественном ракетостроении за Сергеем Павловичем Королевым. Под руководством этого создателя советской космической техники стартовал на орбиту первый искусственный спутник Земли, дата запуска которого стала началом космической эры. С именем Королёва и тысяч других советских ученых, инженеров и конструкторов связана и следующая дата, определившая решительный поворот в истории человечества. Американские многоразовые корабли системы Space Shuttle
челноки, которые должны осуществлять двустороннюю связь между Землей и околоземной орбитой. Их назначение – проводить научные исследования, доставлять и ремонтировать спутники. Широкое применение они нашли бы и в случае военных действий. Предупреждая потенциальную угрозу из космоса, страна Советов разработала свою многоразовую космическую систему. На общей цели работал весь научно-промышленный комплекс Советского Союза. Создание многоразового космического корабля потребовало решения огромного числа задач, инновационных для своего времени. Представьте себе, на высоте 250 километров
со скоростью почти 8 км в секунду летит внушительная масса, около 80 тонн. Буран должен погасить эту скорость, рассеять в атмосфере свою энергию и мягко приземлиться на посадочной полосе с точностью, внимание, 900 метров вдоль и 38 метров поперек направления своего полета. За 2000 километров до точки посадки Буран получил команду на торможение. Он включает ракетный двигатель на замедление. В плотных слоях атмосферы радиосвязь прерывается на долгие 18 минут. После прохождения участка плазмообразования Буран выходит на связь со станциями слежения. Кажется, все идет по тщательно рассчитанному плану. И вдруг бортовой компьютер корабля устраивает сюрприз наземным службам. Вместо ожидавшегося захода на посадку, Буран энергично отвернул влево. Этот вираж оказался настолько неожиданным, что операторы чуть было не отдали приказ на ликвидацию корабля. Однако, совершив маневр, челнок четко развернулся и осуществил виртуозную посадку, менее чем на 200 метров отклонившись от расчетной точки касания. Как говорили на следующий день, полет Бурана встал в один ряд с главными достижениями космической эры. Помните Гагаринское «Вижу Землю» или фразу Армстронга «Маленький шаг для человека и большой для человечества»? Космонавтика развивается в разных направлениях. Новые страницы космической истории сегодня пишут ученые, конструкторы, военные и даже студенты разных профессий. Множатся форматы использования искусственных спутников Земли. Совершенствуются пилотируемые и беспилотные аппараты. Обитаемые модульные станции освоили непрерывную работу на орбите. Миссии ведущих космических стран и их объединений расширяют и усложняют задачи исследования. Основной тренд — закрепившись на орбите Земли, детально знакомиться с ближайшими светилами и выдвигаться на новые рубежи, за пояс астероидов, границам Солнечной системы, пересечь пояс Койпера и перейти к освоению дальнего космоса. Обитаемые орбитальные станции используют для целого комплекса научных исследований. Получать изображения звезд, туманности, галактик и планет, невидимых астрономами через атмосферу Земли, позволяют орбитальные обсерватории. Технологии освоения космоса становятся и частью глобального маркетинга и позволяют расширять совершенно прикладные знания человечества. В лунных программах СССР и России, США и Китая специалисты рассматривают наш ближайший спутник как научный полигон для масштабных астрономических и геофизических исследований дальнего космоса. В рамках национальных программ изучения Венеры советские и американские специалисты получили ценные сведения для подготовки исследовательских миссий в районе Солнечной системы, значительно удаленные от Земли. Программа исследования Марса предусматривает детальное знакомство с этой планетой. Ведь перспективой называют возможное заселение, колонизацию землянами своего красного соседа. В погоне за информацией о зарождении Солнечной системы специалисты отправляют космические аппараты к небесным скитальцам, метеоритам, кометам, астероидам. Но основное внимание исследователи все же привлекают планеты. В дальние космические полеты отправляются аппараты для наблюдения за планетами-гигантами, Юпитером и Сатурном. С помощью зондов Юнона и Кассини астрономы смогли изучить и гравитационные, и магнитные поля Юпитера. Составили карту его ветра. Став первым искусственным спутником Сатурна, Кассини позволил ученым детально рассмотреть структуру и поведение колец шестой планеты от Солнца. Автоматические межпланетные станции достигли и Плутона, крупнейшей карликовой планеты Солнечной системы и крупнейшего объекта пояса Койпера. Этот пояс — ледяной мир на окраине Солнечной системы. Он состоит из малых объектов и считается родным домом Корея. Миссии новых горизонтов, Ультима Тули и Вояджеров серьезно повлияли на понимание происхождения, архитектуры и динамики Солнечной системы в части миграции наших планет и
нашего земного места в этой системе. Но знания все еще ощутимо малы и неподробны. Поэтому для наших зрителей дорога к звездам только начинается. İşte o. Geçen hafta öldü Leonov. Açık uzaya ilk çıkan. İlk çıkan insan dünyanın. Baykonur. Evet. Hava Kazakistan'da. Suyuz 9'muş. Evet. 1970'te. Kimler var acaba burada? Kosmonot diyoruz. Siz ne diyorsunuz? Biz astronot diyorlar. Biz kosmonot diyoruz. Evet. Kozmonot gibi. Bir uzay dönüşü mü bu? Geçiş mi? Moskova'da değil mi bu? Evet. Bu insanlardan sonra. İnsanlardan sonra gider. Ama insandan önce 58 yılında Belka Strelka iki köpek gitti. Ama bu canlı dönen iki köpek daha önce çok gitti. Çok gitti, dönmediler. Dünyanın ilk dönen köpeği. İkisi gitti değil mi? Ya, ikisi de gitti, ikisi de döndü. Bir tanesinin çocukları sonra oldular. Yani o annesi oldu. Ve bir tane köpek yavrusu Amerika'ya hediye olarak gönderdiler. Ya, uzaya giden köpeğin yavrusu olarak. Evet. Gagarin değil mi bu? Soldaki. Evet, soldaki. Bu eşi mi? Olabilir. Valentina onun eşi. Korolev o. Mühendis evet. Onun da eşi. Gagarin'in gidişinin bayramı değil mi bu? Evet. Dünyanın ilk uzaya giden kadını. Valentina Tereshkova. O da şimdi canlı. Gagarin reisteki karizmaya bakar mısın ya? Çok seviyorum bu adamı. Evet. Çok karizmatikli gerçekten. Aslında uçak. Kullanmadan önce bir buluşması, yani onlar farklı uçakla gidecekler, sadece buluştular. O uzaya çıktı, o uzaya gitti. Yani sonradan buluşma, bir iki kozmonotun buluşmasının resmi. Bilardo oynuyor. Bu burada kendi haberini görüyor gazetede. Dünya böyle yapıyor. Böyle. Dünya onu alkışlıyor. Evet, burada da İsviçre'ye gidiyor Yuri Gagarin. Evet. Hatta Rusça bak şey yazmışlar evet, oraya. Dobro Pajlovat. Hoş geldiniz yazmışlar. Evet. Tina Lobritsida. Biliyor musun? Fransız. Fransız aktris. Evet. O çok popülerdi. Popüler o evet. Çok ünlüydü. Tina Lobritsida. Bunun ismi evet. 1961'de. Yıldız Öpücük. Yıldız Öpücük. Kendi çocuğu mu? Evet. Onun kızı. Göğsüne bak. Madalyalara bak. Ne çok madalyası var. Yine burada bir resim var. Yine bir uçakta. Bu ilk kadın, evet. Çıkan ilk kadın. Valentina. O önce fabrikada çalışıyordu, elbiseleri yapıyordu. O yani o asker değildi. Askerlikten yani, gelme değil, kadın normal kadındı. Fabrikada çalıştı ve o zamanlarda savaş okulu gibi oldular gençler için. Mesela paraşüt ile atılmak istiyorsan oraya gidebilirsin böyle. O da gitti. O sağlıklı olduğu için ona da kabul edildi oraya. Kabul edildi. Sen ister misin uzaya gitmek? O söyledi tabii ki. Tabii ki istiyorum ülkem için. Böyle. Sanırım bu bölümde onun bölümü. Onun resimleri var burada hep. Bak. Evet. Çok kötü hissetti uzayda kendini. O bayıldı orada ve 12 saat boyunca hiç haber alamadılar. Sonra o uyandı. Uyandı. Ve her şey iyi oldu yani. Ama çok zordu. Çünkü bir kez gitti değil mi? İlk kez. O sadece ilk kez. Başka gitmedi sonra. Evet. Yuri Gagarin'den sonra her kozmonot sadece ilk kez geliyor. Yani. Onlar ne? Kozmonotların yemekleri mi? Evet. Neler var? Saygın. Patates, fili, bor çorbası, pilav, koyun etli, et, bulgurlu, muz püresi. Hepsi de şey gibi ya, diş macunu gibi. Değil mi? Evet. Uzayda böyle besleniyor. Bunlar satılıyor değil mi şu an? Evet. Normal, gerçekten şey var içinde bunun. Evet. Mesela şu alsan içinde. Evet, evet. 350 ruble. Patates. Evet. Patates var içinde. Evet. Bu komposto gibi. Komposto da aynı komposto. Çok güzel şeyler var ya. Bak burada tam sadece lahana var, et var, patates var, havuç var, soğan var, domates, şeker.
fazla şey yok. Normal yani, yemeğin içinde normal yemeğin hepsini koymuşlar içine. Evet, normal bir yemek. İşte gösterinin yapıldığı yerde çıkışta böyle bir hediye eşyaların satılı bir bölüm var. Hediyelik eşyaların. Böyle kupalar, uzay temalı, kozmos temalı, kitapların falan oldu. Çocuklar için falan küçük çocuklar için kitaplar var, çıkartmalar var. Böyle oyunların falan olduğu bir yer. Bu Rus şakası. Moskova'da Bardur, Sankt Petersburg'da Porebrik. Duydun mu? Hiç. Yok, duymadım ben. Yolun yanında geçen taşlar var. Moskova'da onun ismi Bardur. Bizim Porebrik. Biz de diyoruz, Bardur bulmak istiyorsan Moskova'ya git. Ha, bu Moskova ile Peter arasındaki bir şaka. Evet, espri evet. Yani. Aramızda var kura. Duydun mu? Kura, kurica. Biz burada kura diyoruz. Orada tavuk, kurisa. Tavuk. Evet, orada tavuk. Kurica diyoruz. Baton, bulka. Ekmek hakkını. Evet. Burada ekmek. Baton. Burada baton, orada bulka. Evet. Dostum, Alexey. Aa, efendim. Çok güzel bir yere geldik. Yalnız çok uzun sürdü ya. İçerisi ilginç bir yerdi. Dediğin kadar büyük bir küp. Evet. Verilen bilgiler birazını anladım, birazını anlamadım. Artık videonun bir bölümünü yardım isteyeceğim senden çevirirken. Arkadaşlar gerçekten çok ilginç bir tecrübeydi. Burada Rusya'nın, daha doğrusu Sovyetlerin uzaya çıkış macerasını anlattığı, biraz tarih bilgisi verdi değil mi? Dünyanın, daha doğrusu gezegenlerin, gezegenler hakkında bilgiler verdi. Böyle ilginç bir tecrübe. Çünkü düz bir ekrana bakmıyordunuz. Bilmiyorum kamerada ne kadar yansıtabildim ama biz yerde minderlerde yatıyorduk. Üzerimizde küp şeklinde tavan, düz değil yani, oval şekilde, şu gördüğünüz şekilde. Bütün tavana yansıyan bir görüntü. Yani sizin baktığınız ekranda bir obje varken tam arkanızda başka bir obje var. Hatta bazen baş döndürücüydü. Güzel bir deneyimdi benim için. Bu deneyimi yaşattığın için de, burayı bana tavsiye ettiğin için de ayrıca teşekkür ederim. Ne yapalım, bitirelim artık videoyu. Bitirelim. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.